Еще с него с пальцем сосуд. Это можно будет разобрать, я думаю, что с ним. Тяжелые танки, тяжелым грузовиком стираешь шины, а на эти свои завтра подарки на обочине отдыхай, белый птиц известный. Это завтра она посмотрит мне дверь, как окно в грязи кувыркаются дети. Я лежу за окном, мне вообще все до пения. Свои смешные картинки. На картине солнце, поэтому стоит дом зелено-желтый. Я живу в нем, у меня свое лето и своя осень. И девчонка весна забегает в гости. Тяжелым грузовиком стираешь шины. Она лежит свое завтра по дороге на обочине, отдыхай, белый птиц весны. Покрытый дождем стоит, я буду во дворе, улыбаться глупо и немного смешно. Девочка весна побежит себе дальше, унося с собой подлеть и ужин. Скажи, не видал эту смешную девчонку, тяжелым грузовиком стираешь шины, она едет завтра по дороге на обочине, отдыхая, белый птиц весны. Рукоятка пистолет. Свидетель, которому можно доверять, это полицейский. Видел на месте преступления. Что уж мотива-то нет, извините. И тут выйдет обвиняемый, и как всю горбушку развернет, скажет, вот мне и мотив. И тут взорвется мозг. Действие к концу, но еще нам нужно пару-тройку, и мы прям отожжем. Замечательно, если не... День простой.
проснулся. Сейчас. Город дышит. Мы гуляем. Сейчас. Мы уйдем, пока никто не слышит. За их рассвету, я к закату. Все равно придем куда-то. Нет, все улики посвятны. Я про это пишу, что... Когда проснетесь, будет вечер, будут выходные.